За период проведения операции полицейскими проинспектировано несколько торгово-ярмарочных комплексов, а также ряд организаций, в которых осуществляют трудовую деятельность граждане иностранных государств. Всего сотрудниками полиции проверено 263 работодателя, использующих труд иностранных работников, более 1100 иностранных работников, 1602 объекта жилого сектора и 615 единиц автотранспорта, которым управляли иностранные граждане. В результате проведенных мероприятий в районах области зарегистрировано 56 сообщений о преступлениях в сфере миграционного законодательства. Возбуждено 30 уголовных дел. Выявлено более 1000 административных правонарушений. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях подразделениями ГУ МВД России по Саратовской области наложено штрафов на сумму 1 747 тысяч рублей. Взыскано около 1,5 миллиона рублей. В отношении 81 иностранного гражданина судами Саратовской области принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации. 26 иностранных граждан выдворены, двое депортированы. Следует отметить, что проведенные мероприятия способствовали стабилизации миграционной обстановки. Денис Желтов, Анатолий Чернов, Расул Ибрагимов, дежурная часть, Саратов.